Как дорога им родина и природа, рассказали юные чтецы из 20 учебных заведений города. В Вятском колледже культуры прошел конкурс чтецов, который приурочен году охраны окружающей среды. Среди большого русского раздолья, среди бесконечной нашей суеты, места родные есть, щемящие до боли, там, где сбываются мечты. Гармоничные отзвуки поэзии Лермонтова слышатся в этом стихотворении. И не случайно. У Сергея Медведева это любимый поэт. Правда, в отличие от Михаила Юрьевича, он воспевает свой родной Вятский край. В жизни юный поэт занимается более прозаичным делом – автомеханикой. Стихи пишет, когда душа требует. Когда как? Когда по настроению, когда само приходит. А что так вдохновляет тебя? Когда хожу в лес с родителями, когда на охоту хожу, когда на рыбалку. Обычно в лодке посидишь, подумаешь, приходит. Свое творение Сергей представлял в номинации «Авторские стихи». В ней конкурировать ему придется еще с 9 авторами. Также конкурс проводится еще в 2 номинациях – «Проза» и «Стихи». Он приурочен к году окружающей среды, а посвящен памяти Николая Артемова. Он был прежде всего мастером фотосъемки. Стихи пришли к нему в последние годы. Он прожил 75 лет, а ушел из жизни 4 месяца назад. На конкурсе его вдова Раиса Александровна познакомила чтецов с творчеством поэта-песенника. В душе моей сработает фугас, и будет взрыв, недымное горение, когда во мне во время вдохновения вдруг в форму отольется слов запас. Память поэта просто обязывает прочитать как можно лучше. Тем более, что жюри оценивает требовательно. С точки зрения естествознания, это отношение нашей молодежи к природе. Замечают ли они это? Видят ли они это в литературных произведениях? Ну а с точки зрения литературы, преподаватели литературы будут в открытой экспертизе оценивать творчество детей в плане того, как они исполняют, как они могут подать себя. Организаторы конкурса «Чтецов. Как дорога мне родина и природа» – это методическое объединение преподавателей естественно-научного цикла. Они подведут итоги в конце этого года. Кстати, такое мероприятие преподаватели проводят впервые и были приятно удивлены. На конкурс заявились 52 участника из более чем 20 учебных заведений области. Милана Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.